Здравствуйте, друзья! Сегодня 6 августа 2020 года. Я на чайной провинции Сангай в кантоне Палора вышел прогуляться. И заодно вот видите это выброс. Это выброс земли колонии листорезов. Вот. Здравствуйте еще раз. Вот он. Сзади меня этот выброс. И сегодня это я хочу сейчас, то есть вот эту землю, которую они выбрасывают, я тут стал использовать. Вот тут моя собака. У нас дома кроме собаки есть еще и кошка. И вот вместо китиката используем вот эту землю, которую выбрасывают муравьи. Они вот эти делают терриконы, как шахтеры. Мы у них эту, она им эта земля уже и не нужна. Они ее выбрасывают, чтобы расширить камеры грибов. То есть камеры гриба не хранилища, как, ну, в общем, своих грибных плантаций. И вот сейчас мы их поковыряем и наберем мешок, чтобы было куда нашей кошке ссать и срать. Вот это копнул земли. Вот отсюда. Вот такая она, эта земля. Вот мелкими крупицами муравьи ее выносят, отковыривают от пласта глины этот грунт. Они любят в глине делать эти. Вот. Соответственно, такой лайфхак. Так можно хакнуть жизнь, если вам нужен кошачий туалет в Амазонии. Набираешь выбросы листорезов.